что мы здесь делаем? А у нас сегодня последний день в Адлере, поэтому мы пришли кинуть денежку. Вот самолет летит. Денежку кинуть, чтобы опять сюда вернуться. Но, наверное, не в следующем году. Я бросаю. Вот и Светлана сейчас. Есть. Ну как-то так, обмочилась я, девочки. Чуть-чуть. Море с нами попрощалось. Погода сегодня солнечная. Красота! Тепло, девочки, приезжайте. Ну все, пойдем. Мы хотим сходить в кафе покушать. Ну, конечно, вас возьмем с собой на обед. Ну что, мы зашли в кафе, решили покушать. И как вы думаете, где мы кушаем? Ну, конечно же, на набережной. В столовой сегодня буревестник. Море. Море прям к нашим ногам, девочки. Очень приятно кушать, когда ты находишься на набережной. Смотришь, конечно же, в окно. Окно большое, панорамное. Смотришь, как летают чайки, как море ласкает камешки. Так, что мы сегодня взяли? Я сегодня взяла картофель, запеченный по-деревенски, потом овощи. Я, по-моему, каждый день ем овощи на гриле. Да, но я решила взять оладьи с вареньем, горяченькие, вкусненькие, и сок апельсиновый. Что взял Александр? Так, салат крабовый взял. С майонезиком. Да, оладушки со сгущенкой. А самое главное, азу по-татарски. А зубы татарские. Вкусно, наверное. Надеюсь, со свининой. Ну, каждый выбирает, что хочет. А я выбрала овощи на гриле. Люблю очень овощи. Прям вот обожаю. Приятного, девочки, вам аппетита. Приятного нам аппетита. И, конечно же, будем смотреть на море, небо. Классно сегодня, тепло. Сегодня 16 градусов, девочки. Правда, небольшой такой ветерок, но он теплый. Так, Александр тут уже кушает. Да. Ну, наверное, с рукавниками она не будет носить. Нет, знаете, одевают женщины, потому что понимают, что это удобно. Если прохладно одели, если... Вот это можно застегнуть вот так вот. Угу. Хотите, застегните. Ну вот. Размер. И тепленький, такой приятный. С карманами, что хорошо, потому что они есть вот в горчичном цвете, карманов нет. Сбоку здесь вот вырез идет такой. Но цвет просто очень красивый. Сегодня перешлем, покажем. Мы это еще здесь. Вот так вот. Ну, оденьте на себя, посмотрите, оденьте. Сейчас кольцо подержу, а то мне это затянет. А это очень классично. Ну, может, да, может быть, знаете. Вообще тогда и ручкам тепло. Да, и ручкам тепло. Я от цвета просто в восторге. Цвет очень красивый. Так, ну все, вот показали. Угу. А так цвета вот есть еще вот такой он горчичный. Ну, в белом тоже он шикарный. Белый. Ну не надо, белый точно нет. Как вы думаете, что мы здесь делаем? Мы приехали на
вокзал, девочки. Все, мы уезжаем. В прошлом году, летом, мы не успели показать вам вокзал, потому что прям, ну, в момент. Ну, кому интересно, будет ссылка, как мы уезжали летом. А сейчас у нас есть 45 минут, я могу вам показать. Вот вокзал с уличной стороны, со стороны моря. А вот белая машина стоит, там нас подвезли. Сейчас покажу вам. Там вот белая машина, она нас подвезла. Мы пересели на лифт, поднялись вот на эту вот смотровую площадку. Вот лифт, кстати, идемте покажу лифт. Ну так, для кого не видел, для кого не знает, кто ездит в Адлере на лифте. Вот лифт. И с дороги мы поднялись по лифту на эту площадку. А площадка выходит, девочки, на море. Это кто уезжает или кто приезжает, может сказать «Здравствуй, море!» или наоборот «Пока-пока, до новой встречи!» Вот море. Оно говорит нам «До свидания», но не говорит нам «Прощай». Наши чемоданы, сумки. Солнышко заходит. А сейчас время сколько? 6, да? Да, 6 часов. Время 6. Там вот троллейбусы можно на... автобус. Можно на 131 отсюда уехать с ЖД вокзала. Ну, смотри, куда вам надо. Там отель, но не наш. Море. А вот заходит солнышко. Сейчас я немножечко в сторонку отойду. Пойдемте поближе подойдем. Вон солнце заходит уже всю. И море, 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 море. Красота. Ну а мы сейчас, наверное, пойдем уже в вокзал. Подождем там. За полчаса посадка, поэтому мы не спеша дойдем. Если будет что интересное на вокзале, я вам на вокзале покажу. Так у нас сейчас неспешно происходит посадка. Ну, в этот раз да. А ссылочку дам, как мы в прошлый раз уезжали. 6 минут ехать с этого. Но тоже интересно. Все водители, кстати, культурные, ездят очень так резко, но культурно и уважительно друг к другу. Ну все. Море, пока-пока, до новой встречи. Итак, все, мы выезжаем. Ночной Адлер, если видно. Уже загорелись огоньки. Так, что у нас здесь? У нас здесь нижнее место мое, верхнее Александра. Верхнее уже застелено, нижнюю застилаю я сама. Ну, как бы нижнюю не застилают. Комплект. Что входит в комплект? Соседей у нас пока нет. Ни снизу, ни сверху. Что входит в комплект? В комплект входит вот здесь вот соседская. Сейчас я вам покажу. Вот упаковка. Не распакованная. Это вот нижнего соседа будет. Там идет что у нас? Наволочка. Пододеяльник. И простынь. Вот такие вот тапочки. Тапочки. В тапочках вложен зубная щетка. А я вам сейчас покажу, что я вам рассказываю. О, Александр уже. Конечно, ручки помыл. Умылся. Так, сейчас я вам покажу, что входит в комплект. Тапочек. Давайте на беленьком покажу. Так, тут салфетки.
влажные, салфетки сухие, зубная щетка и паста. Это в один комплект. Вот, в один комплект. И в другой комплект входит тоже зубная паста, щетка и тоже такой же комплект. Ну, у меня там сумки лежат, там, там не достать, короче. Вот, один комплект это вот. И плюс мы заказывали с питанием. Питание, это я уже свое, ну вот, допустим. Вот питание. Что туда входит, кто хочет узнать, смотрите, как мы ехали в Адлер. Все там показано. Плюс горячее будет. Плюс горячее. Но горячее я вам покажу, потому что будем открывать, кушать. Вот. А так, смотрите, тоже, как мы ехали в Адлер, там будет все снято тоже. И туалет, и ванную, хотела сказать, и туалет, и купе. Сейчас мы въехали уже в Сочи. Уже в Сочи так, да, быстро? Момент. Уже огоньки загорелись. Все, уже темно. В Сочи темная ночь. Возможно, сейчас к нам кто-то придет. Пока мы вдвоем.